Слушайте, а ваш Шуркин сам не мог? Смотрите, Твагодин и его завод ему костью теперь у горла стоят. Витя сейчас мне письма читал, там прямые угрозы. Я вообще не понимаю, почему полиция там счет не берет? Да потому что они говорят, что нашли предсмертную записку, якобы он сам. Хотя я уверен, что это подлог. Послушайте, а у меня в музее девочка Маша работает.